Пахнет йодом и лекарствами. Кировчане жалуются на странный запах воды из-под крана. Лабораторию водоканала перевели на усиленный режим работы. Пробы воды берут каждый час. Жалобы на странный запах воды появились в соцсетях. Жители разных районов города заметили, что вода стала пахнуть лекарствами и химией, и при этом имела неприятный привкус. В водоканале сообщили, что после сообщений лабораторию срочно перевели в усиленный режим работы. То есть пробы берутся каждый час круглосуточно. Пока никаких отклонений не выявлено. Все показатели во всех районах города оказались в норме. Но менять режим лаборатории пока не стали. Усиленный мониторинг качества воды продолжается.